Итак, друзья, новогодняя шапочка для собачки. Ну, может, и даже не новогодняя, но шапочка олень. Как она связана? Вязание мы начинаем отсюда, с этой резинки, вяжем прямо, потом закрываем способом пятка, набираем по кругу резиночку и вяжем прямо. Отдельно вяжем ушки, рожки и пришиваем к нашей шапочке. Вот такой олень.